Дорогие друзья, коллеги, искренне и сердечно от имени коллектива Государственного Российского Дома Народного Творчества поздравляю вас и всех нас с нашей новой инициативой – учреждением на территории Российской Федерации Единого Дня Фольклора. Он не зря приурочен к Дню укоренившихся традиций и Дню этнографа. Мы бы хотели, чтобы ежегодно вся наша страна прикладывала максимум усилий для пропаганды, сохранения, популяризации лучших традиций народной культуры всех национальностей, проживающих на территории нашей страны. Этот день должен был стать открытием Всемирной фольклориады в Башкортостане. По известным нам причинам этого не случилось, но и не убавило нам оптимизма. На следующий год мы обязательно проведем Всемирную фольклориаду и примем в гости 100 стран и фольклорных коллективов. А сегодня мы должны приложить с вами максимум усилий для того, чтобы традиции вернулись в нашу современную жизнь, чтобы мы еще крепче любили свою народную культуру, свою великую родину.